Алеут – это плавучий завод. Здесь разделывается и консервируется мясо и жир кита. Киту-кашалоту нужна огромная жилплощадь. Длина этого кита 30 метров, а вес 80 тонн. Временами встречаются стада и в несколько сот кашалотов. В отличие от других китов, они ныряют на глубину до километра и могут находиться под водой около часа. Первый же день охоты приносит Железнову успех. Несмотря на молодость, у Финаева верный глаз и отличная выдержка. Крупный кашалот добыт с одного выстрела.